спрятаться хотел. За ВДВ. Колян плюс Маша. А фингалы откуда? А что за прикол с Димой? Говорит Москва. Московское время 8 часов. Молодец, герой. Коленька, иди мой ручки. Котлеты скоро будут готовы. Ну что, герой, жизнь удалась. Герой. Ну ладно, ладно. Thank you.
сынок. Беги! Что, герой? Нормальный блиндаж. Смирно! Песню запей. Бай! Расплескалась синева. Расплескалась. Опаньки. Не понял. Все равно я тебя найду.
Тебе за мои 3 бакса. Бабуля! Уйо! Ой, зараза старая! Ой,
что, герой? Как всегда, две? Да ладно, ладно. За день десантника три. Ну, за ВДВ. Психологи. Здравствуйте. 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 Действительно, маменькины сынки — такой феномен, наверное, присущ не только России, но и всему миру. Но как-то у нас принято считать, что вот маменькиных сынков много, потому что у нас вообще все мужики ненадежные, говорят нам женщины. Герой! Я только хотел бы добавить, что мы некорректно говорим о феномене маменькин сынок. Надо было бы говорить о феномене домашние дети. И в этом явлении есть позитивная сторона, о которой говорить не принято, а есть негативная сторона, о которой обычно говорить принято. Вот негативную сторону мы старательно обсуждаем и говорим, вот маменькин сынок — это плохо, это не перспективно для отношений. Но это понятно, что мы обычно говорим о минусах, но есть и плюсы. А маменькин сынок и домашний дед, они чем-то так разительно отличаются? Или это, так сказать, то же самое, только иногда? Домашние дети — это целостный феномен, а маменькин сынок — это его негативная часть. Дело в том, что домашние дети, они очень даже конкурентные на рынке социальных отношений. Это сильные самцы. Домашние дети, так же как и маменькины сынки, это не беда. Это осознанный выбор молодого человека той выгоды, которая ему кажется более интересной, более приоритетной. Разлилась по беретам,
даже сердце синего затерялось, разлилось своим заманчивым светом. Даже в сердце синего затерялось, разлилось своим заманчивым светом. Уралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказка. Для Советского Союза гражданская война по-настоящему началась в марте 80-го, когда по просьбе Кабула 40-й армии было приказано оказать афганским войскам частичную помощь. Ну вот, как только русские вошли, их на моих глазах погибло сотни. Нет, а сколько ты сам лично убил? Герой. Ну, лично я убил человек 10. Герой, ты где? Что бы я хотел для своего сына? Чтобы он, конечно, воевал. Но после того, как война закончится, чтобы он жил нормально, работал, занимался своим делом. А русских... После того, как они ушли с нашей земли, мы их уже не считаем своими врагами. Пришла.